Всем привет! Меня зовут Александр Кочеркин, и я представляю вам третий урок в курсе создания API на Node.js на канале LoftBlog. Сегодня мы с вами разберем, как добавлять исполнителей в наше API, обновлять их данные и удалять их. В прошлом уроке мы использовали с вами только GET-запрос. Для добавления данных в наше API мы будем с вами использовать POST-запрос. Так как данные пост запроса передаются в body, то нам необходимо установить специальную библиотеку для экспресс, которая будет парсить тело запроса и в request body записывать то, что мы передали. Для установки необходимо написать npm install body parser через-save. Я эту команду выполнять не буду, так как у меня эта библиотека уже установлена. Теперь в наш файл «server.js» нам необходимо импортировать эту библиотеку. Для этого мы пишем «var body-parser» равняется «require» и здесь пишем «body-parser» через тире. А сразу же после создания сервера добавим строчки «appuse body-parser.json». Эта строчка нам необходима, чтобы парсить правильно json, который мы передали в body. И AppUse-bodyparser.urlencoded. И это объект, у которого есть Extended True. Эта строчка нам необходима для того, чтобы правильно парсить данные формы. Теперь давайте напишем еще один обработчик для нашего запроса. Для этого напишем post, а post на slash artists. То есть это будет пост-запрос на URL slash artists. И у нас будет функция, как обычно, с request и response. И внутри мы напишем console log request body, чтобы вообще понять, что нам приходит, какие данные у нас в body. И пока вернем в страницу post data как же нам теперь отправить пост-запрос? Я для этой цели использую такую утилиту, как Postman. Это плагин для Chrome, который позволяет легко отправлять запросы. Вот здесь мы можем в поле для URL просто указать наш URL. Это http localhost 3012 artists. Слева мы выбираем тип запроса. У нас это сейчас будет post. Дальше мы кликаем на body в раздел row, то есть Прямые данные не форм-дата, а просто JSON. И сейчас здесь нам необходимо указать валидный JSON. Давайте, например, напишем AAA111. Если мы теперь перезапустим наш сервер-ноды и попробуем нажать кнопку Send, то у нас выполнился запрос. И вот ниже мы видим, что в ответе нам пришло сообщение PostData. Если же мы посмотрим в консоль, то мы видим, что у нас в консоли вывелся объект с ключом AAA111. То есть все body нам доступно как самый обычный объект JavaScript. И мы можем с ним работать в этой функции. Сейчас мы хотим создать нового исполнителя. И для этого давайте создадим переменную artist. Это у нас будет объект. Ему нам необходимо задать ID. Для того, чтобы он был уникальным, мы можем просто использовать текущую дату. Например, DateNow. И зададим name. Name мы как раз берем из request.body.name. Дальше нам необходимо этого артиста запушить в наш массив. Artist. Push, artist и дальше мы хотим его вернуть как ответ сервера. Request.send.artist. И консоль лог можно удалить. Так как пока у нас нет базы данных и все данные у нас хранятся статически в массиве, то при добавлении данных они будут просто добавляться в оперативную память. И нужно помнить о том, что если мы сервер перезапустим, то эти данные сотрутся. Но на данный момент нам этого достаточно. Давайте попробуем. Перезапустим веб-сервер. Зайдем и в Postman. Напишем, например, name. TestArtist. Нажмем Send. Мы получили в ответ объект, у которого есть ID, наш сгенерированный ID, и name test artist Теперь, если мы посмотрим в браузер и напишем slash artists для того, чтобы получить список артистов, мы увидим, что у нас появилась еще одна запись с ID-шником, который сгенерирован, и с name testArtist. Теперь давайте реализуем обновление данных. Для этого нам необходимо использовать put, и это будет выглядеть так. А put, здесь мы пишем путь, у нас он будет artists slash и динамический параметр id, это id того артиста, которого мы хотим обновить. И здесь будет request response, и дальше внутри мы хотим в нашем массиве найти артиста, точно так же, как мы делали при гете определенного артиста, мы можем прямо этот код скопировать. То есть мы просто находим артиста в нашем массиве по ID-шнику из урла. И после того, как мы его нашли, мы хотим обновить у него name. Так как мы знаем, что у нас у артиста есть только id и name, id мы не хотим, чтобы было возможно обновлять, поэтому мы просто пишем artist.name, присвоить request body name. И все. После этого мы можем написать res send artist. Так как у нас этот артист является ссылкой на этот же элемент в массиве, то после того, как мы меняем у него name, автоматически он меняется в массиве, потому что он передается по ссылке. И после этого мы просто возвращаем артиста с обновленными данными. Если мы перезапустим сервер, и в Postman теперь вместо Post выберем put. В URL укажем artist slash 1. И здесь нам необходимо указать тело того, что мы хотим обновить. Для этого напишем name. Updated artist. Если мы нажмем send. Мы видим, что у нас вернел, вернулся наш ID-1, который мы обновили, и name updated artist. Если мы посмотрим в браузере, то у нас вместо металлики теперь ID-1 и updated artist. То есть у нас отлично эта запись обновилась. Единственное, что нам можно было бы изменить, это вместо того, чтобы возвращать артиста, возвращать только статус 200. Так как фронтенд, который будет пользоваться нашим сервером, и так знает, какие данные он послал, ему важно лишь узнать, что сервер эти данные сохранил, и сервер это может подтвердить с помощью send status. И сюда мы передаем статус. Если мы просто передадим 200 и перезапустим сервер и выполним send, то мы видим, что мы получили ответ 200 и у нас просто написано OK. Что ответ правильный, и сервер данные получил и обработал так, как ему было нужно. Теперь мы можем добавить метод delete. Точно так же мы просто пишем UpDelete. Здесь указываем URL. У нас точно так же URL будет artist и динамический параметр ID. И теперь мы просто должны, наш массив артистов реализовать таким образом, чтобы у нас остались только артисты, айдишник которых не совпадает с тем айдишником, который мы передали. Мы можем использовать для этого метод filter и просто переписать переменную artist. Для этого пишем artist.filter и внутри у нас будет функция и здесь будет артист и мы хотим вернуть всех артистов, у которых айдишник не равняется айдишнику, который мы получили в параметрах. Не забываем также, что нам нужно привести его к number, иначе мы эту запись не найдем. То есть вот эта конструкция нам вернет массив айдишников, но без того айдишника, который мы передали вот здесь вот на вход. Теперь мы просто можем точно так же написать статус 200 и этим самым сказать, что да, мы успешно удалили элемент и все хорошо. Давайте попробуем, перезапустим веб-сервер, откроем Postman, здесь выберем Delete, здесь, например, удалим первого артиста. Нам ничего не нужно передавать в body, если мы нажимаем Send, то мы получаем OK. Если мы обновим в браузере, то мы видим, что у нас уже не три записи в массиве, а две, то есть мы успешно удалили одного из исполнителей. Итак, в этом уроке мы реализовали добавление, обновление и удаление наших исполнителей. Также мы познакомились с такой полезной библиотекой как Postman, и базовая версия нашего API почти готова. Если у вас возникли какие-либо вопросы или комментарии, пишите их прямо под этим видео. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.